Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 15 на странице 9 рабочей тетради по русскому языку для 2 класса автора Канакиной. Прочитайте, рассмотрите знаки. Точка, запятая, восклицательный знак и вопросительный знак. Запятая, восклицательный, вопросительный знаки – это препинание. Ну, пропущено слово «точка» и пропущено слово «знаки». Впишите в предложение пропущенные слова. Давайте впишем пропущенные слова и обведем те слова, которые есть. Первое слово пишем за главные буквы «точка». За пятая. Восклицательный и раздельно воп. Ро-си-тель-ный знаки знаки тире э том знаки, знаки, препинания. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.